Дорогие друзья, всем привет! С вами, как всегда, Владимир Толоичко, компания Soul Motors. А на обзоре у нас сегодня Nissan Rogue 2015 года, который продавался на страховом аукционе Copart. Продавала страховая компания State Farm Insurance. Как всегда, советуем покупать, ребят, только у страховых компаний. Что мы сделали? Мы уже пропылесосили весь автомобиль, убрали все внутри, повесили вытяжки влаги, если вы видите, да, то есть как бы там уже внутри собирается, кстати, вода. А, ребят, у автомобиля повреждена передняя часть. Обратите внимание, как это все, да, то есть у нас к замене усилитель бампера, в решетке радиатора стояла камера, она здесь и находится, ребят, вот она здесь, она работает, позже мы вам продемонстрируем, как это все это работает. Левая фара у нас целая, стоит на месте, полностью по креплениям. Капот, ребят, у нас под замену. Радиаторы, дорогие друзья, радиаторы, скорее всего, все нужно менять, так как жидкости у нас нет в расширительном бачке. Скорее всего, где-то там пробиты эти радиаторы. Поэтому, уважаемый клиент, обратите внимание, радиаторы нужно будет менять. Всю проводку мы здесь уже подвязали, вы видите, стяжками. Все подвязали так, чтобы ничего никуда не ушло. Бачок. Наш клиент спрашивал, что у нас так. Проверить безопасность, ремни, перенатяжки, демонтировать и упаковать молдинги, арок, передняя фара левая, бачок стеклоочистителей. Клиент, ну то есть пока мы тут не видим, что нужно будет что-то снимать, мы просто все подвязали стяжками. Бачок, ты спрашивал по поводу бачка, видишь, да, здесь вот есть такие нюансы в бачке, вот его нужно будет паять. Что еще? Камера фронтальная была на решетке, то есть... Проверить работу и состояние камеры. Фронтальная была в решетке радиатора под эмблемой и работу всех камер. Заднее правое колесо, драйв-тест. Смотри, по поводу драйв-теста мы сейчас его сделаем. По поводу заднего правого колеса. Кстати, заднее правое колесо, я смотрел на фотографиях, ребята, продавалось, как бы оно было целое. Сейчас оно спущенное, но внутри мы видим, что оно пробито, порезано. То есть, как бы, если камера покажет с этой стороны. Саш, покажи им, пожалуйста, изнутри. Там колесо порезано. Прямо изнутри. Вы видите, да, ребят? То есть вот как это произошло, непонятно. По дверям, ребят, полностью вся целая сторона. Есть небольшие царапинки. Вот здесь, здесь, но они косметические, они сполируются. По безопасности. Ты у нас спрашиваешь по поводу безопасности и ремней. Уважаемый клиент, из безопасности у нас взорвано 5 аэрбэгов, 2 шторки. У нас взорвано 2 сиденья. У нас взорван рулевой аэрбэг. Вот этот ремень у нас полностью заклинил, он вообще никуда не ходит. Тот точно так же, то есть два ремня на замену. Уже все пропылесосили, обработали сухим туманом, поэтому уже автомобиль весь полностью чистый. До этого он был не очень такой чистый. Все, что находилось внутри данного автомобиля, ребят, мы взяли и переложили сюда. Так, клиент у нас просит посмотреть и показать все. Показать каждую запчасть с двух сторон. Ребят, смотрите, ну давайте будем сразу показывать. У нас есть вот такой вот пластик. Вот такого плана пластик. Здесь он сломан. Здесь вот так вот. Мы все это оставляем. У нас есть фара, у которой вроде бы визуально целое стекло, но оно все поцарапано. Внутренняя часть фары, вы видите, в каком состоянии, да? То есть это все мы будем, ребят, складывать в этот автомобиль, упаковывать и складывать. Вот так вот выглядит часть решетки. То есть мы ее также оставляем. И вот такие вот плана пластики. Вот. Клиент попросил показать все со всех сторон. Но мы вам показываем. Защита. Вот так вот выглядит защита. Здесь вот немножко повреждена. Здесь есть такие нюансы. Все это складываем в данный автомобиль. Часть решетки, еще одна часть решетки. Вы видите, в каком состоянии. То есть, опять же, все уходит нашему клиенту. Часть усилителя пластика, усилителя бампера, все точно так же отправляется. Ребята, наконец-то у нас остатки бампера. То есть, в бампере у нас имеется противотуманка, без лампочки, без ничего, имеется решетка. То есть, клиент, свяжись с нами, если ты хочешь, да, то есть, когда мы тебе вот эти части вынимем, а все остальное можем выбросить, потому что я не думаю, что ты будешь что-то паять. Вот этот хромовый молдинг точно так же мы сможем достать себе. То есть, опять же, связывайтесь с нами и говорите, что вам нужно сделать. Ну, давайте переходим к драйв-тесту. Сделаем небольшой драйв-тест, хотя я вам сейчас еще покажу, что у нас в багажнике. Электропривод, задняя крышка. Ребята уже все пропылесосили, все ковры с данного автомобиля сложили сюда, да, то есть вы видите, они вот здесь находятся, они все есть.
в автомобиле имеется ремкомплект. Вот это сюда мы все положим. Имеется домкрат. Он весь здесь. Докатка, домкрат, все на месте. То есть в таком состоянии оно все и будет отправляться. По задней крышке я не вижу каких-либо нюансов, то есть здесь нет таких скол, царапин, все нормально. Фонари также, точно так же у нас полностью целые. Ребят, у нас имеется панорамная крыша. Панорамная крыша, имеются рейлинги, то есть это хорошо. На автомобиле 40 тысяч миль пробег, 40 723. Год. Ребят, Date of Production, обратите внимание, Date of Production у нас 10 месяц 14 года, а продавался 15 год. То есть, такие нюансы бывают, особенно у американцев. Имейте это в виду всегда. Ремень, да, то есть я показываю клиенту, вот так выглядит твой ремень. Ну что ж, сделаем небольшой драйв-тест вперед-назад. У нас кнопка Push Start, давайте проеду вперед-назад. Автомобиль едет вперед. Автомобиль едет назад, работают все камеры. Клиент, работает все. Передние, боковые, задние. Все камеры у тебя работают. Имеется уже, как я вижу, сенсора на зеркалах. То есть, как у меня в Мерседесе, как в Ауди. То есть, ребят, видите, да, вот здесь стоят сенсора, которые показывают автомобиль, идущий сзади. Горят все лампочки, пробит радиатор, поэтому долго мы делать драйв-тест не будем. Обратите внимание, сколько уже здесь водички. Пакетик повисел один день. А водички, видите, сколько собралось. Вытяжки влаги мы здесь вешаем. Вешаем всем нашим клиентам, ребят, без исключения. Итак, ребят, в наши услуги здесь, как вы видите, входит все. Все, что можно. Пылесосы, вытяжки влаги, сухой туман. И сейчас, я думаю, мы поставим все-таки GPS-датчики, чтобы вы отслеживали ваш автомобиль. Все. На этом, как всегда, все. С вами Владимир Толочкин, компания Saval Motors. Ставим лайки, подписываемся на наш канал. Клиент, также обрати внимание, что вот здесь у нас разбито лобовое стекло. То есть, я не знаю, видел ты, не видел. По фотографиям заметно это или незаметно, но вот такая трещина у нас есть на лобовом стекле. Что же делаешь? Ребята, обратите внимание, данный автомобиль пришел с одним ключом. Вот так вот он пришел с аукцион. По просьбе клиента мы вот имеем весь перечень, что нужно показать. Проверить работу, состояние камеры. Фронтальная была, решетка и так далее. То есть, смотрите, мы смотрим, что у нас по камерам. То есть, у нас есть 360 view. Вы видите, работают все камеры, да? То есть, задняя камера, передняя камера, левая, правая. Вот так вот мы делаем осмотр автомобиля по просьбе нашего клиента. Talk about some double ups, I'll double that in quarterback. Throw a bag to Hefty out in Corcoran with the note attached. Homies holding loaded straps, I'm just trying to say some raps. Popped a couple mollies, now she's gone, ain't no coming back. Posted up with my cool deep, got a long reach and we done.